Здравствуйте, Эзен, как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Василич. Будем готовить сегодня салатик. Салатик. Для салатика я взял копченую вот такую выточку куриную, яйцо отварил. Зеленушка, вот это вот у нас лучок. Очистил я огурчика, наш сладкий перец, сыр, соль, майонез. Ну и нынче эксперименты делал, в общем, не сидел, добивался. Вот такого образца у меня получилось. Тоже читал много, что делает свой майонез. Я удивлялся. Но оказывается, получается вкусно. Для себя можно делать без всякой химии, что в майонезе у нас здесь. Ну, кушаем все вкусно, а здесь тем более своими руками сделано. Хорошо, отлично. Вот, взял вот такой салатник. Будем салатник. Для удобства терочку. Терочку, чашечку такую, чтобы натирать было у нас свободно. Ну, будем очищать яйцо наше. Ну, в первую очередь мы, наверное, сейчас почистим лучок, добавим. Таким образом берем, подвигаем. Это все наше хозяйство сюда, и будем шинковать наш лучок. На маленькие фракции. Зачищаем наш лучок. И опять будем его ложить в салатик. Вот. Положили в салатник и маленько подсолим его. Маленько подсолим. Чуть-чуть. Вот так вот. Подсолим. Вот я тут взял специально ложечки, чтобы не марать. Положим раз. И перемешаем нашу соль. Теперь берем наш окорочок и будем его шинковать. Вернее, сперва разделаем, берем, удаляем нашу вот эту вот шкурку верхнюю. Вот. Эти копчености удалим. Запах стоит. Вкусный, хороший. Срезаем мясо с косточки. Убираем. И будем нарезать вот на такие вот дольки. Ну, дорезали наше мясо. Наше мясо, мы ее, мясо это сюда. Так, теперь возьмем ложечку и попробуем все-таки со своего приготовленного майонеза. Вот, добавим майонез сюда. Вот, видите, какой легкий, хороший делается. Ну, можно
разной плотности. Ну, я где-то вот такой вот сделал нормально. Вот ложками ешь. Распределяем. Распределяем по мясу майонезик. Вот. Вот так вот. Так. Теперь берем и будем крошить огурчик. Огурчик. Берем на большой крупной терочке наш огурчик. Можно так, можно. Я специально взял, приготовил вот такую вот чашечку. Вот такую чашечку. Чтобы поставить, не шаталось у нас это ничего. А прямо в чашку. Все, что тереть будем, чашка. Затираем наш огурчик. Наш огурчик. И огурчик будем добавлять сверху майонеза. Вот. Можно и нужно отжать сок, чтобы водянистым не был огурец. И вот так вот произвольно сверху майонеза будем распределять. Берем, отжимаем, отжимаем наш огурчик. Вот. Вкуснее будет. Не жишка будет одна, а то все у нас будет портить этот сок. Видите, сколько соков. Сока. И произвольно. Ну, а кто любит огуречный сок, можно потом его потребить. Этот сок. Ничего страшного. Я не вижу. Вот так вот. Так, берем яйцо наше, яйцо, вот. Разбиваем его и будем, как говорится, очищать. О, рубка какая сильная. Очистили яйцо, берем его и на крупной терке будем натирать. Вот так вот. Ну вот так вот натерли яйцо наше. Натерли яйцо наше. И будем добавлять салатник. Добавили, разровняли. Вот. Теперь мы будем натирать наш сыр. Но прежде чем начнем заниматься сыром, мы возьмем при соли, у нас же не соленые яйца куриные, вот так вот присолим и ложку нашу, вот. И майонезиком
Распределим. Распределим. Денег хватило еще. Дамажем. Дамажем. Так, взяли терочку, и вот не на крупной, на средней начнем шинковать наш сыр. Вот, пошинковали там сыру, берем. Перец наш красный. Вот. И серединку вырезаем. Она не нужна нам. И маленько в бок срезаем наши семена. Которые находятся в перце. Вырезаем одну дольку от перца, вот. Вторую дольку срезаем от перца. Ну, перец сейчас мы прямо сюда, в наш сыр будем шинковать сладкий перец. Дотерли мы наш красный перец сладкий. Теперь берем и выкладываем так вот поверх. Вот такая красота. Салатника. Ну вот так вот получился у нас такой вот салатик. Ну, можно назвать его витаминный салатик 21. Витамин 21. Вот. Делайте, кушайте очень вкусно, питательно, дешево, хорошо. Надо быть в тонусе в 21 году. Записывайтесь на YouTube на канал «Бородатые рецепты Васильича». Будем готовить. Покажу я, как я научился делать домашний майонез. Много нюансов получается не с первого раза. Нюансы у меня появились вот... Завод-изготовитель некачественно продукцию выпускает, а мы берем и наслаждаемся. А, ура, дешево, хорошо, а на самом деле в воду берем, ребята. Ну ладно, до свидания. С вами прощаюсь. Пока-пока.